В жопу интро, приступим. Всем хай, дорогие друзья, сегодня будет проходить Данлайт, а именно первую часть. А почему именно первую часть? Потому что мне нужно освежить память, потому что у меня на вторую часть нету денег. Поэтому будем проходить первую. Пока я только полазил в настройках, собственно, начнем так. Играть компания, за фоном, так, я зомби, играть на пользовательской карте, так, окей, так. Новая игра. Заходи, так. На нормальной будем, в принципе, играть. Вот так чуть-чуть потише сделаем, так. Нужно вспомнить, что было. И еще, блин, вторая дорогая, но я очень хочу вторую пройти. Так что после первой мы сразу пойдем во вторую часть. А сейчас берем чай. Приступаем к просмотру. Берем печеньки. Так. Не туда. Сюда. HUD activated. Commence. Так, запись идет. Так, досье на объект. Карлсон, как местный политик. Нанялся для поддержки порядка после начала эпидемии. Его брат Хасан погиб в происшествии в начале эпидемии, прежде чем его успели эвакуировать. Так. Сулейман Винт, ВГМ. Смерти Хасана. Он украл... Виновен смерти Хасана. Он украл крайне важные файлы, которые так... Если с ним что-нибудь случится, файлы опубликуются. Так, досье на объект. Украденный файл содержит дописание проведения вакцинации от вируса. На данном этапе производится вакцинация. Может быть крайне токсично. Пошел. Также файл содержит полное описание структуры от вируса. Любая попытка его синтезировать приведет к огромным жертвам. Файл надо вернуть. Дальнейшая информация, текущий статус. Сулейман отправил файлы неизвестным нам союзникам. По его признаку, так, файл. Так, чтобы файл не опубликовался, мы создали помехи в связи в городе, так. Ах, суки. У тебя рация ВГМ, на нее помехи не действуют. Твоя... жилет, береги его. Так, потом Сулейман ушел в... Подоле изменил имя. По нашим данным, он руководит одним из двух основных кланов. Повторяем, ваше задание — найти Сулеймана и украденные файлы, чтобы спасти человечество от невообразимой катастрофы. Так, они мне чай дойдут, господи? Вроде можно купить чая. Так, мы сейчас как груз, давайте подпускаемся. Блин, вроде игра вышла давно, а картинка приятная очень-таки. Говорил же, это не просто что там. Сломаем ноги, потом Краису. Назад, назад, все назад. Тихо. Шум их привлекает. А, сука. Так, зомби заворчали. Уходим, уходим. Прокричал он. И что там дальше? Зомби. Зомби бегут. Ай, котел. Он нас укусил. О, это что за пацан? Так, ладно. Пошли, надо уходить. Опа-на. Еще и баба. Ух, какая жесткая. Уберем его с дороги. Ну, ясен красен. А чё он их держит-то как? Они... А хули ты орёшь? А вот хули толку от её крика было? Его можно ещё было спасти. Так, я чаю в блоку. Надеюсь, субтитров не будет опять никаких. Башня, я Джейд. Готовьте лазить, здесь парень сильной травмы головы и укусом руки. Лазарет. Вот черт, Амира. Так, нет, Амир погиб, но со мной парень, у которого есть шансы выжить. Из наших? Увидим. Сейчас начнется. Меченый, я тебя спас и в шутки с тобой играть не собираюсь. Выполнишь для меня одно дельце, и ты свободен. Так. Город Харан, населенный Сулейман, так, изобрети у него файл. Найдите Сулеймана и изобрети у него файлы. Файлная технология, данная не полностью... препарат будет токсичен, любая попытка его синтезировать. Так, это все херня, мы читали там в начале субтитров. Так, микрофон-то включен, микрофон включен, так.
Струсила? Я не боюсь. Тогда щипай. Он моргнул. Что? Опять моргнул. А вдруг он зомби? А нахрена я... Зомби, беги. А нахрена я крик-то озвучил? Я красавчик, я мастер озвучки, да? Так, ладно. Так, шестое чутье. Бля, что такая чувствительность большая? Параметры. Так, видео. Нет, не видео, нам нужно не в сети. Так, электронное управление, нам нужно чувствительность мыши. Вот так примерно сделать надо. Во, нормально. Так, мы можем идти дальше. В принципе, нормально так. Все четко. Включим радио. Так, здесь что у нас? Есть что-нибудь? Нет ничего. Так. Блин, все равно чуть-чуть. Так, параметры. Электрическое. Электроуправление. Все, вот так, я думаю, в самый раз. Да, вот, в самый раз. А то чувствительность слишком большая. Так. Значит, проспал 3 дня, теперь детишек пугаешь? Неплохое начало, 31-й. Где я? В раю. Где же еще? Ладно, шутки в сторону, иди в комнату 190. Босс тебе все объяснит. А где комната 190? Что значит 31-й? Босса спроси. Вот мудозвон. По-человечески ответить нельзя, да? Так, ваша цель. Так. 31-й, это твой номер. Что-что? Твой номер. Ты заразился 31-м, я 18-й. Здесь все просчитано. Одной дозой. Анестезина меньше, одним зараженным больше. И паркурщиков меньше. Спасибо за информацию. Вот приятная баба, не то что этот охранник мутосвон. Кастрировать его надо. С собой можно попиздеть? Нет, с собой нельзя попиздеть. Потише, черт, теперь анестезина миру достанется ему. Амира, ой, пацаны, да вы что не сыте, я вам новый принесу. Или вы что, анестезину сажались? Ты кто? 31-й. А, ну да. Как голова? Голова? Ясно, послушай, пока не скажет босс, ты не в списке. Поговори с ним поскорее. Извините, дело с мертвой точки, а теперь прошу прощения. Excuse me, как вы, суки, все достали с этим. Excuse me, засуньте его зад поглубже. Так, о, у босса охранник, с собой можно попиздеть? С собой можно попиздеть. Я ищу босса, он здесь? А, так, ты 31-й? Входи. Спасибо. Премного благодарен. Так, тебя что, можно спиздить? Вроде у хороших людей нельзя пиздить, но я хочу у него что-нибудь спиздить. О. Какое размытие же красивое. Мне нужно... Это ты, босс? Что, слишком молодой? Мне не нравится мой возраст? Ты хотел со мной поговорить? Так-то лучше. Ты что-нибудь помнишь? Знаешь, где ты? Это что-то типа укрытия? Мы говорим башня. Брейкин и его люди соорудили ее пару месяцев назад. И с тех пор мы здесь обитаем. Подбираем грузы, так, да, я хотел поблагодарить ту девушку. Угу, потом, что если бы она не... Уж, обглядывайся, чьи-то кости. Кстати, твой ампул синтез... Блядь. Джейд, а можно мне ее назад? Вообще-то, мне она нужна. Поверь мне, это не тот случай. Ладно, держи. Спасибо. А ты ее разбил. Знаешь, ради чего паркурщики рискуют жизнью? Ради таких, как ты. Ты принимаешь антизин, который не для тебя добывают, а сам... У меня нет времени болтать с тобой. Мы потеряли связь с одним из наших, поэтому у нас... Никаких. И будь добр, окажи мне услугу, ты мне достал со своей рацией. Так что иди-ка, займись чем-нибудь полезным. Мы тут в башне не терпим ленивых. Эй, неправда. Я не дармоед. Эй, босс. Рахим, короче, парень, о котором говорил, он на 13 этаже. Он с таким же успехом мог бы быть под... Чем? И я не босс, слишком молодой, понимаешь? Я Рахим. Здесь заправляет Брейкин. Ага, понял. Пиздить у тебя ничего нельзя, ладно, пошли.
Фу, на тебя мудозвон. Так. Нам тут. Нам. Блин. Так, ладно, 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 пройдем. Сюда зайдем. А здесь закрыто. Ясно, понятно. Ясно, понятно, здесь закрыто. Куда ты идешь? На 13 этаж. Делаю кое-что для Рахима. 13-й, черт, это будет непросто, но ведь мы должны провернуть. Делить все ягоды. Чего? Ну ладно. Прощай. Так, 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 так. Сейчас вяжем немножечко память. По первому данлайту. Данлайт первый пройдем, за фоном пройдем и пройдем второй данлайт. Вот такие у меня, собственно, планы. Jesus. How many people died here? Да, ой, та-та-та, ой, фу, сколько крови. В коляске никого нету. Кто-то выдвинулся. Это Крейн. Мы уже 70 часов ждем твоего доклада. Что случилось? Ненадолго потерял рацию с прикрытием. Все в порядке, но я пока не в связи с лидером башни, не доверяю. Пытаюсь вписаться. Понятно, Крейн. Время дорого, не забывай. Да, и еще, меня укусили. Симптомов нет, но люди вокруг говорят, что я заражен. Тогда тебе стоит найти анестезин поскорее, или уже нашел. Somebody wet. Так, ладно. Что прошло? Пойдемте сюда. Здесь у нас есть что? Аптечка. Почему аптечный пункт закрыт? От меня... Вот, вы понимаете, они от меня аптечку зажать решили. Так, ладно, бегать я научился. Это радует. Почему, кстати, во втором данлайте я смотрел, типа, нельзя бегать. Типа, он всегда ходит. Так. Здесь у нас закрыто. А почему здесь у нас закрыто, да хуй его знает. Не захотели нам туда пускать. Ладно, типа, еще все лутать не могу, я так понял, так что... Зайдем. Фу, блять. Ой. Бум. Красиво. Я порезал руку, пытаясь уйти от него. Господи, ты ведь убил его? Проклятие. Ага. Это был мой брат. Хотел его удивить. Вот он и спустился. Тихо, тихо, все в порядке. Я найду. Так, это Крейн, я внизу на 13 этаже слушаю твоего человека, сильно достали, когда он пытался встать. О, черт, 31-й, ты пошел за Марком? Как там внизу, безопасно? Сейчас вполне. Ладно, будь там. Посылаю за тобой. Позаботься о Марке. Не двигайся. Лена придет минуту на минуту, Марк. Марлю найди. Марлю и спирт. Пропитай Марлю спиртом. Это остановит кровь. Поторопись. Успокойся, ладно, я скоро вернусь. Вау. Такой, успокойся, ладно, я скоро вернусь. Весь на понтах. Этого можно было, в принципе, и не говорить. Так, у нас есть фонарик. У нас есть фонарик. Вот теперь их можно открывать. Так, ладно, здесь мы все облутали. Сейчас надо все облутать. О, изолента. Давай тебе изолентой рот заклеим. Или рану. В принципе, чем тебе не марля? О, холодильник. О, алкоголь. А вот спиртик. Так, найти спирт и марлю. Так, ладно. Здесь мы нашли это. Вот аптечка. Марля. Все. В холодильнике еще что-нибудь залутаем. Жестянка. Пригодится. Или не пригодится. Да хрен у вас знает. Пойдемте. Пойдемте до нашего бедолаги. Здесь мы не можем ни вверх, ни вниз. Так, а где он был? А он был где-то вот здесь. Соберите аптечку, так. Так, чертежи, аптечка, так, создать. А если я не хочу с ним делиться своей аптечкой?
Ну ладно, хрен с тобой. А его что, кусали? Так, что ранее? Сильное кровотечение. Дай посмотрю. Марли и спирт, значит. Просто, но эффективно. Ух-ух-ух. Сколько ж с него крови вытекло. Ладно, спасибо. Теперь я о нем позабочусь. О, он прям с охраны. О, 250 опыта. Поговорите с Рахимом. Эй, 31-й, неплохо для новичка. Похоже, я ошибся. Ладно, проехали, я просто хочу вас отблагодарить. Отлично, тогда иди ко мне. Надо обсудить, что ты будешь делать здесь. Какой он, а? А может, здесь собираться не оставаюсь. Ну хрен с ним. Так, ладно. Помочь чувакам надо. Почему эта дверь закрыта? Я, может, отсюда хочу пройти. Мне, может, обходить не нравится. Так, чё? Ничего не скажешь? Ничего не скажешь. Так. О, вот это вот мне нравится. Так. Твой человек спасен. Пара пустяков. Что-нибудь еще? Так, дай подумать. Рахим, ты в курсе, что хитер как раз настолько, чтобы быть опасным? Омар рассказывал, что ты надумал про гнездо. Взрывчаткой? Полиса, что взрывчаткой? Я этого не говорил. Ой, не надо. Не умеешь ты врать. Я знаю, что делаю. Да ну, бессмертный, значит? Ты не моя дочь, чтобы так... Нет, конечно, наша мама умерла, поэтому будь добр. Ладно, все же я твоя единственная родня, особенно после смерти Амира. Ты Джейд, да? Я просто хотел поблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня. И мне жаль, что Амир, я вам обоим жизнью обязан. Да, обязан. Хочешь оплатить, береги моего брата. Недоумка, от него самого. Спасибо. Никакой взрывчатки. Понял? Сейчас пойдем обосуму взрывчатку, чтобы он не думал про взрывчатку. Так, ну что, хватит, теперь могу увидеть Брекена. Сперва... Переоденься, чистые вещи у тебя в комнате. Тебе в 194-й. Чем тебе мой брекет не нравится? Он не пойдет для работы. Что предлагает брекет? Переодеваешься так. Окей, все понял. Сейчас зайдем, переоденемся. Короче, пойдем вот сюда. Так. А в моей комнате я ничего не могу спиздить. Так, ладно, переодеться. Камень у меня только есть одно. Так, хранилище, может, еще хранилище есть? Хранилище пустое. Okay, Raheem, I'm ready. Where do I find Brecken? Так, ладно, тогда пойдем. Ладно, казалось так. Встреча с Рахимом на крыше башни. Блин, анимация. Так, Рахим, я тебя не вижу, ты где? Рядом. Эй, аккуратней, так и убить можно. Ну, чего ты ждешь? Иди сюда. Да я ничего не ждал. Что ты на меня гонишь-то? Все, я понял. Есть Кейт. В принципе, не впервой. Так, тебе здесь точно понравится Крейн. Так, погнали. Уии. Блин, вот так по крану в реальной жизни бы пробежаться. Ту-туру-ту-ту-ту-ту-туру-ту-туру. Если я не ошибаюсь, там пасхалка, да, вроде есть? Я вроде помню, что там что-то было. Да, вон флажок, я вижу. Так, успел зацепиться. Все нормально. О, боксер. Боксер-зомби. Зомби-боксер. Ладно. А нахрена эта штука здесь? Или это не зомби? Ну вот, это наш зал. Начнем сначала. Тебе нужно научиться бегать. Что значит научиться бегать? Просто делай, что я говорю. Так, прыгай в самый низ.
хера там высота, там же убийца нас хоть может. Ты спятил, я же убьюсь. Ну ты слабак. Ты это же не серьезно? Смотри. Нога. Рахим, боже, лежи. Ну классно, я тебя наколол. Сукин ты сын. Что, шуточек не понимаешь? Давай. Да прыгай ты уже сюда. Боже милостивый. Твою ж мать. А если бы там бутылка была? Захватывай двух. Да, смотри, не перегори, еще не все. Так, чтобы выжить наружу, учись использовать преимущество местности. Дедок, обязательно лазят, неважно. Так, пересеченные местности, это плюс тебе. Так, я тебе подготовлю пару типичных ситуаций, посмотрим, как ты справишься. Все, понял. Так, блять, сесть. Почему подкат не на F? Я уже привык к Warface. Что подкат на F? Так, залетаем в магазин, выпускаю магазин. А тут ступеньки нету, серьезно? Так, бежим по стрелочкам, по стрелочкам, по стрелочкам. Ту-ру-ту-ру-ту-ту. Вовремя. Оно просто... Да, ты будешь издеваться. Ладно, я понял. А чё за прикол? А, да? Not bad, not bad. Так, нам сюда. Нам теперь выше надо, да? Так, залазим. Alright. Так, hold it net. Так, ладно. А это моё любимое. Захват кошки. Опа-на. Так, good job, отлично. Подожди, а что мне сейчас надо было типа делать? А, мне типа сюда надо было, окей. Понял. Понял. Пройти испытание паркуром. Так, окей, все, мы залезли сюда. И мы раз... Да я понял это. Мне удобнее под конец зажимать, а не с самого начала держать. Это ж, блин, неудобно, серьезно. Вот опять я вот так сделал, как мне надо. Не как ему надо, блин. Ты же точно самородок. Не встречал ничего подобного. Плюс 500. Крейн! Крейн, не молчи, что случилось? Что-то не так, Рахим. Что со мной? Рахим, было. Вот черт, первый приступ. Верняк, возвращайся назад. Ух, полегче стало. Как же стаминка долго копится. Главное, во время приступа я ему еще должен сам вернуться к нему. А не он ко мне. Так, Рахим, что это все значит? Я что, обращаюсь? Надеюсь, что нет. Приступы означают, что ты заразился. И мой тебе совет, сходи к Виссери, он посмотрит тебя, может анестезин вколоть. Только перед доктором поговори с кладовщиком, набери снаряги, а то без нее тебя сразу башку снесут. Понял, братан, спасибо. По лестнице, короче, сейчас вниз побежим. Какого хрена здесь дверь закрыли опять? А здесь что у нас? Ладно. Так, мне этажом ниже, да? Мне этажом ниже.
Так, а здесь у нас торговец был? Нет, не здесь у нас торговец был. Так, ладно, нам надо спуститься на лифте. Ту-ру-ру-ру-ру. Блин, вид красивый очень. А там на мосте, кстати, много пасхалочек. Так, сейчас спустимся на лифте. Уи. Что мне там пишут, сообщения и пишут, я не пойму, что пишут. They've given me an actual job. And nobody suspects I'm not who I say I am. So far so good. And once Dr. Zara helps me manage these symptoms I'm dealing with, I'll be even better. Так, с кладовщиком сейчас поговорим. Так, где ты, кладовщик? А, так ты новый разведчик, Рахим говорил по радио. Да, это я, меня зовут Крейн. Кладовщик, я не собираюсь напрягаться и запомнил твое имя. Сперва проживи. Кстати, в башне ходят слухи, что ты очередной халявщик, пришел за едой и анестезином. Иначе говоря, тебя слишком-то жалуют. Но не вини их. Когда ты в изоляции, легко стать параноиком. А если кто-то еще и блокирует связь с внешним миром, так целый город. А на помощь звать некого. Однажды надежда на себя. Но стоит тебе принести мне и спайку парочку грузов, и все сразу увидишь, как люди изменятся. Это учту. Что-нибудь еще? Если что. Хочешь заработать популярность, попробуй помогать людям. Блять. Может, бабу найдешь, чтоб не скучать по ночам. Ха-ха. О, а это интересно. Это мне понравилось. Так, у этого музвона я все забираю. Все. Пустоту тоже заберу на всякий случай. Так. Ладно, что у нас здесь? С кем поговорить можно? Я помню, вот здесь сразу можно было задание получить у кого-то. С тобой нельзя поговорить? Нет, с тобой нельзя поговорить. И здесь никого нету. А, вот. Записка. Инвентарь. Так. Инвентарь. F, во. Записка 05. Ты крутой, ты сильный, ты с трудом читаешь, что тут написано. Если на все эти вопросы ты отвечаешь «да», то у нас есть для тебя работенка, нам нужен... Законченный идиот, которого возможно убьют в первый же день. Несколько таких уже было. Возможно, теперь твоя очередь. Свяжись с Фатином и Толгой. А мне что-то не понравилось. Можно я не буду с ними связываться? Ну так, на крайняк всякий, на всякий пожарный. Так, выходим из башни. Куда ты собрался, а? Не твое дело. Какой Грисин? Ладно, новичок, береги себя. У нас и так уже слишком мало. Спасибо. Ай, как ярко. Блин, ярко-то как. Так, ладно. Анестезин. Можно по стрелочкам побежать. Куда здесь стрелочка показывает? Да хрен его знает. Так, болты. Вот я помню, у нас кое-что лежало. Поэтому мы залазим сюда. Запрыгнем сюда. Так. Этот бег я почему-то никогда не проходил. Но все же я перепрыгнул. Немножко местом ошибся. Так, сюда нам надо было. Вот здесь у нас вроде. Вначале можем хорошо лута раздобыть. Отмычка так. Так, металлические детали. Алкоголь. Здесь у нас ничего нету. Ух тут какой. И все еще живой. Нельзя вставать. Вот это нехорошая ситуация получилась. Так, обыскать тело, алкоголь. Этот у нас алкоголиком был. Был паркурщик, нет. Так, ладно.
там в соседнем здании. Здесь доллары у нас. Так, ладно, я не могу открыть, значит вылезу обратно. Так, значит вылезем обратно, раз мы не можем открыть. А что случилось? Я в текстурке забагался. Ох, как они рычат. Эту открыть нельзя, эту открыть нельзя. Так, ладно, пойдемте в плещи. Рещи, 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 уй. Тук, тук, тук. Кто там? Открывай. Доктор, эй, есть кто живой? Камдер, ты слышишь? Камдер, черт побери. Мне нужен укол вакцины. Что? Нет. Суперсонат. Называется анестезин. Подавляет симптомы. Присядь. Анестезин отдаляет неизбежное. Это все же, что есть у ВГМ. Так, неизбежное лекарство, что нет? Это что-то вообще бешенство. Сейчас лекарства нет. Но видишь ли, я провожу попытки как с анестезином, так и с зараженными тканями. Так, лекарство, возможно, определено. Вы действительно можете его получить? Вполне, с помощью доктора команды. И куда? Это я завел инжектор. Камден, это кто? Мой коллега, он застрял в секторе 0. Но когда был первая вспышка, мы общаемся по радио. Но если бы связь была получше, то и прогресс бы шел побыстрее. Если бы мои раненые опыты принесли результат, я вводил рекомбинации формы вируса в куски мяса и разбрасывал их по городу. Я рассчитывал, что мутанты будут съедать мясо, а я бы фиксировал результат. Но они не ели? Не было результатов, жаль. Я угробил настолько времени. Так что держи инстинкт про запас, сейчас смысла нету. Ладно, я занят, теперь ступай. Что ж я делаю? У пацанов тут мачете. Чисто по приколу калаш есть. Рахим, Зера checked me out and gave me another shot. Зера смотрел меня так. Отлично, это поможет тебе ненадолго. И это неплохо. Я, знаешь ли, привык посылать тебя туда, то сюда. Итак, посмотри, чего ты стоишь. Иди поговори со Спайком. Он далеко от трейлера Зеры. Недалеко. У него есть для тебя задание. Вот он наш песик. Спайк. Гав-гав. Спайк, я Крейн. Как раз не хватало. Очередной чайник. Ладно, слушай, запоминай. Есть два типа грузов. Одних еда, предметы первой помощи, снаряжение, все такое. В других только анестезин, ВГМ. Отправляйся. Односторонний видеосигнал и дает знать. Проблема в том, что грузы с анестезином забирают боевики Раиса, и без анестезина нам всем хана. Раис и его банда работают только днем. Выйти ночью означает почти верную смерть. На следующие два груза с анестезином сбросят сегодня на закате, и Брейки намерен их забрать. Возможно, это наш единственный шанс. Какова моя роль? Но я же говорил, ночная вылазка, это почти самоубийство, была бы без... Почти, если б я полтора месяца не устраивал безопасность. Брейкин и его люди сегодня в безопасности, если ты сходишь туда и активируешь ловушки, вот. Хорошо, что за ловушки и как активировать. Увидишь, я буду вести тебя. Помни одно, без этих ловушек Брейкин до утра не доживет. А если он принесет анестезин, нам всем крышка. Прежде чем идти туда, возьми несколько. Так, здесь у него тоже ничего спиздить нельзя. У него тоже, блин, что у него ничего спиздить нельзя. Я хочу у кого-нибудь что-нибудь списывать. Ой, ой, спасибо, мы это все уже видим. А. Как дебил пролистал туда-сюда. Так, ладно. Так. Зомби. Зомби, зомби, зомби. Так, я хочу навыки, окей. Выживание, так, ну пока нам нечего качать, только первый можем скачать. Новый компонент, так. Okay, first the car. Так, 17 центов. Так.
А возле башни нам зачем ловушка? Ладно, хрен с ней. Активируй, да, активировали. Так, это Джейк. Кто-то сейчас снаружи. И я снаружи. По заданию Спайка. Ты ведь Крейн, да? Слушай, один из наших пытался поговорить в безопасном месте для миссии Брекена. Он на площадке возле Вефы. Мирза, его окружили зомби, нужна помощь. Ладно, схожу. Так, здесь еще ничего в домах нету? Во, окно есть открытое. Значит, здесь должно быть что-то. Ой, ты не встанешь? Точно не встанешь? Не встанешь. Ладно, это хорошо, что не встанешь. А то знаешь ли... Мало ли. Так, сюда поднимемся. О, есть что открыть. Так, электроника. Так, ты овощ, ты что вообще на заборе делаешь? Все, я понял. Нормально, все, топчик. Помогите пропавшему. Во, газовая труба. Сейчас опиздюлимся. Все. Нормально. В скорых у нас обычные аптечки. Даже две аптечки, нормально. Так. На улице нам делать нехрен. Так, в холодильнике можно полутать. Кофеек. Это у нас вроде типа ценность считается. Ой, какие они злые. Для ремонта удерживайте К. А, да? Вот так вот сделаем просто. Ну-ка отсюда. По одному. По одному говорю. Кому сказал по одному? На всех хватит, можете не переживать по этому поводу. Так, ты без головы не должна рыпаться. Да что вам всем надо от меня? Нормально, минус. То... Сколько у вас там клиентов? Нормально, повышу уровень силы. Они такие тупые, блин. Еще один надо. Во, красиво. Может, они кончатся сегодня? Или нет? Давайте подождем, пока выносливость остановится. Вот. Я уже, походу, весь район перехерачил. А они все не кончаются. Да ты серьезно? Во. Теперь нужно всех обыскать. Закрыто, мы закрылись. Затолпали они уже.
Так, надо пока мясо навык качнуть. По силе у нас что-то должно быть. Все, так, вот это вот качаем, короче. А, покупаем навык, все. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Так, Джейд, я на месте, мутанты тоже. Осторожно, Крейн. Здрасте. Так, здесь, короче, тактика, их не нужно бить серией. Они вот так быстрее отдыхают. Когда их вот так бьешь, больше только энергии тратишь. Их нужно вот так одной замашкой бить. Все. Лежать. Лежать бояться. Так, оружку починим. Тук-тук-тук. Откройте. Oh man, I think it's too late for this guy. Shit. All right. Finish it. Just don't let him suffer. Какой он? Боже, okay, конечно, был. Fuck. Had no choice. Журнал. Чертеж. Нам все еще нужно включить свет. Только так можно обезопасить эту зону. Ну давайте обезопасим ее. Так, включили питание, питание включили. Все нормально так. По-моему, вот так это делалось. F. А, нет. А, да. Так, подожди, кажется, на второй странице было вот. Так, сегодня я понял, как можно использовать взрывопакеты. У меня была бочка, которую можно взорвать. Но эти гнилые уроды близко к ней не подходят. Так что я забрался на крышу, швырнул парочку взрывпакетов к машине, держался, пока они не подойдут ближе, потом бабах! Уложил всех уродов, всех до единого. Думаю, надо попробовать бросать взрывпакеты прямо вниз, под тем местом, где стоишь сам. А потом делать прыжок, удар о землю, так эти парни из башни. Осталось только понять, как они это делают. Как эти парни из башни. Oh, shit. Вот черт, ВГМ. Как надо поговорить типа, с мудаками из ВГМа. Almost. Just give me a second. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Опа-на, зомби нужно пиздюлить. Вот так вот, быстро. Лежать спать. Два красивых хэндшота даем. Так, нормально. Пока ведь отмычки есть, можем жить. Газовая труба. Так, туды-сюды. Запрыгиваем, короче, сюда. О, клинок. Клинки. Ой, еще один сундучок. Нормально. Счастливая отмычка прям. Не ломается. Так, у меня новый газовый ключ. Значит, старый мне больше не нужен. Блин, город такой красивый здесь. Крейн here. Это Крейн. Доложи. Okay, I met this doctor. Я встретился с доктором. Типичный ученый. Ему выделили трейлер с лабораторией, и он там работает. Прием, как слышно. Слышу тебя хорошо. Добавляю в постепенную цель. Легенда прежняя, и обеспечь безопасность, его изысканность подтвердить. Приоритет по-прежнему похищение файла. Подтверждаю, считаю маловероятным, чтобы ученые одиночка, да еще и в трейлере мог добиться значимых результатов, но если добьется, они нам нужны. Джейд, it's done. Договорились. Джейн, хорошо. Нам нужно еще несколько таких точек. Мы наметили пару мест для новых безопасных зон. И Крейн. Спайк, он твой. Спайк. А теперь к делу. Тебе надо активировать еще одну ловушку. Посмотри, там должна быть машина. Машины, а не машина.
наёбщики. На улице полно мутантов. Так, спать показалось? Так, держись подальше от улицы, старайся передвигаться по крышам. Так, у тебя же есть пара взрывчаток? Замани ими толпу. Окей. Понял. Все, уйдите, я вам не интересен должен быть. Ой-ой-ой, какой ты полючий. Просто мы сделаем вот так. Все, пацаны, не быкуйте. Не быкуйте, да? Старайся, чтобы тебя не застигли на открытой местности. Так, эти уроды повсюду, как активировать ловушки, чтобы пустить их в ход? Никак, я же тебе говорил. Вот почему я говорю, нужно отдыхать после удара. Так они быстрее дохнут. А так я думал, блин, после крита я типа думал, быстро его добью, но хрен там плавал, конечно, о, жгут. Бечевка. Звучит как оскорбление. Так, энергетический батончик. Дверь заперта. Хотя водить еще не солтал. А твою мать. О, отмычка. Отмычки я люблю. Так, пока мне нам нужно свалить. Так, сейчас взломаем ящик один. Или два. Опа-на. Так, чуть-чуть сюда, мне кажется. Уходал. Уходил. Уходил, уходил. Инвентарь заполнен. Так, что у меня с инвентарем? Половица, половица. Ее нам надо разобрать. Так, простая труба тоже разберем. Так, думаю, получше будет. Так, погнали. Дальше. Дальше идем. По своим делам. Но сюда мы вот... Там что-то фиолетовое. Там фиолетовое что-то. Нам нужно сюда попасть. Где я пробегал? Так, рано. Вот, нормально. Изолента, силовой кабель. Просто шкафчик. Химикаты. У нас же есть фонарик. Так, а где я фиолетовое что-то видел? А, на улице? Или на первом этаже? Или по всему на первом этаже? Ага, понятно. Сейчас с этими красавцами разберусь. И взломаем. Ты куда подошел? Вышли, вышли. А, он сдох. Что это было? А, понял. Взлом трудно. Так, двое идут. Да не туда ж. Все, тебя тоже беда. Тебя тоже на этот, на казнь. Все? Нет никого? Никто не будет мешаться? Все, нормально, трудно взломали. А то б я спать не смог бы. Скажу, что пролил улучшение для оружия. Так. Так, марля у нас есть. Так, во. Так, ладно. Аптечку, марля. Так, мы в 40 метрах. Уиу. Перед
передвигаться по крышам, они говорили, куда безопаснее. Еще сундучок. Вот так вот. Так. Во. Снова инвентарь, так. Так, давайте вот это вот все разберем. Пустое говно, которое нам не нужно. Так, я хочу улучшить. F6 вот улучшить его. Окей. Свободный разъем. Вышибало, давайте выбрать. Там мы можем что-нибудь? Нет, свободный разъем. Так, подожди. Escape. А, подтвердить? В смысле? Так, давайте-ка. Вот так сделаем. Теперь нам нужен чертежи. Шокер. Нам нужен длинный нож. Длинного ножа у нас нету. Сюрикен. Коктейль молота можем сделать. Ладно, так, пока миссия в 6. Вышибало. А. Все. Так, я хочу взять ключ. Этот тоже ключ возьмем. Это у нас закрыто, конечно же. Я бы удивился, если было бы открыто. Да нельзя зайти? Сюда можно зайти. Здесь у нас алкоголь. Мы алкоголики, народ хороший. Как там скриншот делался? Во, красиво. Так, кстати, нам надо ловкость прокачать, если я не ошибаюсь, у нас навык в ловкости. Так, а подробнее. Так, что это? Так, используйте пробел, чтобы уклониться, нажмите, двигаясь назад или в сторону. Все, понял. Уйди. Я не хочу с тобой разговаривать. Ты некрасивый. А ты зубы не почистила. Так, ладно. Ладно. Так, что у нас по записи? По время записи, записюшки. Ну и так, сейчас. Секунды, 52 минуты уже записываю. Охренеть, время в Дандлайте, конечно, летит. На этой коробочке ничего нельзя? Ладно, на этой коробочке ничего нельзя. Сейчас, короче, заканчиваем задание. И на этом выпуск закончим. Так, в 3 раза ярче. Так, все нормально. Газовые сигареты. Так, вот это вот открываем. Вот это вот берем. Это вот делаем вот так. И опа-на! Так, активируйте световые ловушки. Давайте их быстро выполним. О, безопасная зона, поняли. Это наша безопасная зона, блин, только в нее обычно хрен заберешься. Откройте. Так, ладно. Ту-туру. Так, нормально. Четко. Там решетка. Мы не можем туда войти. Сделаем вид, что я так и хотел. Так, ладно, пойдем. Подожди, у меня навык открыть через них перепрыгивать. Нет, не открыть, у меня навык через них перепрыгивать. Так, отойдите в жопу, идите в жопу. Так, это вроде бы делалось вот так. Потом это делалось вот так. А потом что, они... А, потом вот что. Здесь что, ничего нет вообще залутать? Вроде контейнер такой большой. Блять, перелет.
Так, сейчас, быстро. Топ, не перепрыгивай. Okay, lights are all set. Активируйтесь в вторую ловушку, понял, так. А обратно не допрыгнули. Нормально. Активируйте световые ловушки. Так, понял. Хотя я ни хрена не понял, но я все-таки понял. Так, активируем. Все. Опа-на. Спайк, весь микрорайон вырубило. Что за фигня? Опять, только не это. Ладно, послушай меня. Там недалеко электростанция. Проверь ее. Понятно. До электростанции еще в этом выпуске добежим все-таки. И посмотрим, что будет дальше. И там, наверное, за этот период я закончу. Да уж, без света дела наши плохи. Некоторые безопасные зоны и ловушки также отключились. Надо включить питание. Вот трансформатор. Ну а сейчас же этот будет, мудозвон несчастный. What the fuck? Так, пошли, мой хороший. Так, fuck. Я это зря сделал. Все, минус. Это делалось вот так. И минус я. Прошу прощения. А где там еще-то один баллон лежал? Ой, на каком я базаре? Охренеть, да 134. Так, найдите силовой распределительный щит. Так, ладно, у меня пока местного навыка нету, в принципе. Так что мы побежим вот так. Пацаны, не трожьте, не обращайте внимания, я туда залетом, я случайно. Так, я пинок с ноги. Что, машину нельзя открыть? Да, понял. Понял, принял, что все. А ты чего живой? А вот это вот прикол неприкольный. Ты сдохнуть должен был, братан. Это так, это и есть, дела не делаются. Все, вот. Все, ничего не взорвется больше. Точно? Я надеюсь. Вот так вот, короче, резко минусом делаем. Тут еще это одна. Но с ней проблем не будет, в принципе. Как я и говорил. Проблем ноль. Здесь нам, собственно, нефиг делать. Давайте идти за шакалем. Инвентарь заполнен. Хрен пойми, чем он мне, блин, вечно заполнен. Но инвентарь нам надо качать. Давайте фонарик рубим. Так, это на улице у нас. Ага, они прям отметили такой стрелочкой, уже знали, что я приду. Так, обеспечение спущено, братан. Штутик здесь есть. Сундучок. Электроруб. На всякий случай. А то вдруг, как я его лутать нажму, он мне как за жопу укусит. Будет неприятно. Да твою душу. Все, хана моей счастливой отмычки. И что за прикол?
Так, ладно, нормально. А на этом, пожалуй, закончим наше странное ненормальное приключение в этой серии. Так. О, у меня юзнулась она. И продолжим в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. Вот это вот мы создадим, короче. Газовая труба, она какая посильнее. Урон. Значит, синие все-таки вещи получше, чем зеленые. Вот, теперь у нас есть. Есть у нас. Даем. Тык-тык-тык-тык. Все. Всем счастья. Here we go!